Текс. Так, ну что, всем здорово, вот так вот начинается видос. И сейчас я еду за одной довольно-таки долгожданной посылкой для моей девятины. Вчера я приехал из Днепра, привез с собой вот такое вот уже новое свое колесо. Колесо имело форму такого вот многоугольника, было немного яйцом. Мне чувак установил новый обод, натянул новые спицы, и вся эта процедура мне обошлась порядка 1000 гривен. Поэтому поедем мы сейчас уже на новом колесе. Так, заводимся. Кстати, после замены обода мотоцикл начал вести себя совсем по-другому, потому что там, как я уже сказал, была небольшая восьмерочка. А сейчас ее нет, и довольно-таки комфортно, я хочу сказать, стало передвигаться. Хотя и раньше я не особо там замечал, что та восьмерочка присутствует, но сейчас прям вообще топчик. Даже как-то продавать перехотелось мод, потому что, блин, движок новый, колесо по сути новое. Нужно еще сзади кинуть новые колодки, у меня комплект есть. Смазать маятник, и все будет вообще топчик. Так, поедем эндуро тропой в почтомат, а потом еще заедем, закупимся наждачкой. Также нужно будет заправиться, потому что лампа уже моргает. Блять, опять здесь поливают дорогу, и я сейчас опять буду весь в дерьме. Это пиздец, просто как мне нравится, я не знаю. Нашу забрали, поэтому сейчас едем, заправляемся, и после чего едем за наждачкой.
Ну что, влезло получается 7,3 литра. И хватило мне их на 200 километров. Из чего можно сделать вывод, что расход у нас составляет примерно 2 метра. Цены на полировочные круги, я думаю, вы только что все видели. Я хотел купить именно черепашки, но они стоят по 270, по 280 гривен. Хотя в интернете они стоят 40-50. Почему черепашки? Потому что их я думал надевать на шуруповерт и с его помощью, короче, при малых оборотах водичкой все хорошенько шлифовать. Потому что если купить насадку на болгарку, то, блин, это как-то не совсем по кайфу будет дышать стеклянной пылью. Короче, сейчас заеду еще пару магазов, а там будет видно. Потому что если по 280 гривен куплять полировалки, и плюс у меня еще может не получиться заполировать, то, возможно, мне выгоднее просто купить на OLX у чуваков, которые уже продают готовые стекла. Они там стоят что-то в районе 500-600 гривен. 600 я, по-моему, видел. Короче, я не знаю, что делать. Если сейчас найду подешевле полировалки, куплю подешевле. Если нет, то, блин, куплю себе просто уже стекла. Так, ну что, вот я и приехал домой. Давайте сейчас посмотрим, что там все-таки мне пришло. Берем канцелярский нож и распаковываем.
Клац. 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 Так, и здесь мы видим, сразу сверху лежат ангельские глазки. С блоками рожика, так скажем, для них, а точнее с... Как, блин, она называется? Со стабилизаторами, короче. Вот такие вот ангельские глазки большие. Блин, они хотя бы влезут, интересно. Должны влезть, если что, то будем подпиливать. Чего уж делать. Так. Один глаз. Второй глаз. О, это похоже китаец положил типа эту подарочек такой. Хотя такой колхоз я никогда в жизни на свою 9.9 не приклею. Будем надеяться, что с линзами все нормально. Так, а ну-ка, высовывайтесь. Так вот сделаем. Так, одна линза. Линзы что-то такие легкие. Так, здесь у нас идут переходники разные, крепежи, а вот и сама линза. Вот так вот она выглядит. Со шторкой, все как положено, все как должно быть. Так, и вот такая вот у нас линза. Прикольно, такая большая. Давайте попробуем надеть на нее ангельский глаз. И вот так вот, собственно, это все будет смотреться. Ну что, прикольно. Так, аккуратно его положим. И вторая линза. Линзы, кстати говоря, трехдюймовые. Там есть разного размера, с разными ангельскими глазками. Я взял именно вот такие вот. Получается, сейчас покажу, что светиться будет только вот эта вот часть, типа как у BMW. Так, ну и вторая линза. Нужно распаковать, посмотреть, чтобы там все было зашибись. А то вдруг там что-то не то. Или линза, не дай бог, лопнутая. Все-таки украинские службы доставки — это такое себе удовольствие. Так, ну и с этой линзой тоже все ок. Ну что, все нормально, поэтому на следующей неделе я куплю себе уже полированные стекла, потому что полировать самому я их смысла особого не вижу, и мы займемся установкой данных линз.